Он смышленый малый Мелиха. Как он работал с инструментами? Все спрашивал, чтобы я объяснил ему. А когда уходил, все собрал. Хороший паренек. Он не привык работать, наверное, устал. Нет, нет, никакой усталости. Он напористый. Это сразу видно. Несмотря на возраст. Если его как следует научить... Вот и научи, ты же мастер. И научу, но потребуется время, Мелиха. Спрашивая у меня, что это, а это что... Потихоньку всему научится. И глазом не успеем моргнуть, как он научится резьбе по дереву. А когда больше нечему будет учить, тогда он будет показывать мне. И я пойму по глазам, что он горд. Иногда ты злишься, но в целом ты гордишься. Все говорят, сразу видно, тебя научил Мумтаз-бей, и сын стал мастером, обошел тебя. Твой сын стал человеком, сынок. Сынок. Приятного аппетита. Чар, 2002 год. Почему ты ушел? У меня есть дела. Буду работать. Ты такой из-за того ограбления? Нет, мама. Я закрыл это дело. Как? Ты же сама хотела. Все. Я передумал. Они что-то тебе сделали? Ты бы так не оставил это дело. Они угрожали тебе, Мэрт. Они что-то сделали, да? Нет, мама, никто ничего не сделал. Я сам так решил. Я не могу. Я устал, мама. Хорошо, сынок, хорошо. Так даже лучше. Поверь мне. Поверь маме, так лучше. Так лучше. Мы знаем правду. Остальные тоже узнают правду рано или поздно.